Хей-йоу, бро, а вот и кресочка подъехала. Ну что ж, не буду лить воду и сразу скажу тебе, наливай чайку, бери что-нибудь пожевать и приятного просмотра. Дядя, я ему который день уже жрать не даю, наверное, уже, блядь, день второй, ну не считай этот. Два дня жрать не даю, блядь, лежит тут засохшая это... Он, понял, мокрый засох уже почернел, блядь. Я ему не даю жрать, как он, что он жрет, я не понимаю, блядь. Но сегодня я этот выскреб, блядь, чуть не блеванул, блядь, сегодня я хуел, конечно, выскребаться, блядь. Еще посуду надо помыть, блядь, а мне так лень посуду помыть. Блять, я забыл, как контролить отдачу, прикинь. У меня столько руки привыкли к расту, что я вообще забыл, как контролить отдачу с калаша, блять. Это пизда. Я раньше просто в точку зажимал, блять, на дальнюю дистанцию. Это вообще, у меня первые там 6 пуль, блядь, летели просто в точку. Мне хз, это полная хуйня, блядь. Да ладно. На зелени один. И на возле будки где-то. Возле будки. Да ну. На нахуй. На зелени. Ах ты сука, он с ССГ. Какой он нахуй читер, он не может попасть в меня, халло, блядь, читер. Блядь, хуй он на балконе, на вагоне, на вагоне. Один на будке. Вон, на балконе. Будка, будка, блядь. А не, он на зелени. Какой нахуй читер, блядь. Хотя тап он нормально мне поставил на зелени, мне понравилось. Может в натуре, типа, не палится просто, блядь. Да иди нахуй, блядь. Зелень тоже, блядь. Опа, прикол. Я ему нахитовал, блядь. А где он был, на будке? Да-да. А, Люк, обошел, на да? зелени. Иду. Не высовывайся, он со СГ, не высовывайся. Да я обойти хотел. Ну давай, не высовывайся, окей, жду да, просто. Да, засядь, сиди. Ну мне голову дал просто. Да иди нахуй, блядь! Ты забыл, блядь! Че такое, блядь? Ебать, зима, бабочка, прикинь, ты па, блядь. На туре. Нахуй, а себя, блядь! А, один нас обошел, слышу его. Так, один здесь у меня, на зелени. Иду к тебе. Иду, братик, иду. Живи, падла! 79 дому. Возьми калаш. Взял, проверяй. Да ты убил. Ты не можешь мышку, блядь, дотянуть, да типа куда ты. Я его вообще не вижу. У меня глаза в другую сторону смотрели. Это вообще пизда, блядь. Я только зашел в КС, хеллоу. Не знаю, как почему, блядь, руки не могут адаптироваться, блядь? Мне тяжело, у меня да. мышка новая, я вообще с ней не могу ничего делать. Именно в то время, когда была записана эта катка, я как раз и приобрел себе первую игровую мышь. Не новая, хули я не могу, блядь, зажать нормально в этой игре. Я даже не могу, блядь, с вагона, блядь, зажать на по-типу по-стоящему, не перестреливать, типа, блядь, особенно. Там есть на будке. Сегодня, кстати, сольный соус охуенный купил вообще, бля. За вагоном, вы с тебя. Они вдвоем там. Я понял, я видел еще. Он там же. Ага. Вот там. Ну ставлю. Я пойду куда-нибудь заставлю. Пакет ставлю, ебать. Да сука, ну как попасть? 83, Вась. Справа, справа за вагоном. Бомба не на тебя стоит. Пиздец, блядь. Я не могу с этого ебаного калаша зажать. Мне не хватает просто, блядь, какой-то какого-то урона ебаного. Не знаю, блядь. Куплю галил, блядь. Он не галил, я хуйня потерял. Ебаный калаш, это, блядь. Ух ты, блядь. А тут у меня! Меж вагонов. Ты чё рофлишь? 146 дал. Блять, да ну хуйня ебаная. А он понял, он уже и целится в ту сторону, где я стою. Это может в натуре типа считаем вот этот кузников, блядь. Вообще хоть раунд один возьмем, блядь. Ну один взял, кстати. Не знаю, типа, блядь, типа не жесткие, но, блядь, пизда нахуй. Мы сильвером, понимаешь, проебал? Сильвера? Нам просто надо больше. Мне голову дал. Ну и просто 43 дал ему. На зелени, который 43. Ты на зелени убил? Нет, я его себя убил, типа. Но он фуловый, из хп который. С фуловым хп у него? Без, я ему 43 а. Снял. Мне на один раз попасть получается. 10 секунд. А. Прям по таймингам. Я так и знал, что он его упал. Чисто по ВХ видно было все, блин. Шмай, блин. Купить тебя, вапу.
На бал, на этом, на вагоне один. Я слышу. Привет. Привет. Да не нахуй, блядь, куда оно спреется, ёб твою мать, блядь! Ты гонишь, блядь? Я с перерывами по типу стреляю, куда оно спреется, блядь, холодно. Там вообще дамаг идет по нему, сколько я патронов высадил, блядь. Если он написал его, хорош, значит он, блядь, психопат сейчас. Я так красиво, блядь, чуть не наебашил, пацаны, я так и знал, что он на вагоне сидит, здесь с префайером выбежал, блядь, аж. Хюманирует, блядь! Вышел уже один. Да, в центре. Мужик. Ты бомбу положил. Хорош. Ну, пацаны, скины, смотри, дух какой-то там. Тебе скажу, ты охуеешь, бля. Шо? Я с двух пулей типов убил. А, да? Тапами? Да, просто я больше патронов не выкинул, только две пульки было, блядь. Красавчик. Тупо Шрек, да. На зелень, я думаю, вылезть. Лестница, ни центр, нет никого. Пойду центр чек. Да-да-да, вон они пошли, пошли! Чел, я ему 68 дал, я... Ой, блядь, пизду. Еще один 68. Наверное, это он был. Вон наверху. Дай ему ебало нахуй. Подходи, подходи. Запрыгни уже на вагон. Не просто иди зарашивай нахуй. Стреляй нахуй. Чё? Спрыгну, спрыгну, спрыгну. В будке, в будке. Да в будке, блядь. Ты долго думаешь? Вот это вот типа 400 подало. Он посмотрел по выходу, то, что поднимаешься и съебался с кубером, блядь. Бежит по зелени. Забежал уже. Блядь, шмаль ёбаная, они вдвоём в зелени вышли оттуда. Вот это, наверху. Вопросов нет. Та-та-та. Это пизда, блядь, просто. И спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока. Ora go ra ngi yo to mere gani gora intere de sonico ina.